Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Ночной этюд». Спел сверчок, уснул сурок, повернувшись на бочок. Только ты одна не спишь. О чем думаешь, малыш? Чем тревожишься в ночи? Расскажи мне, не молчи. Может, что-то я смогу и с проблемой помогу. Время близится к утру, к предрассветную пору. Отведу я все невзгоды. От тебя я и заберу. Спасибо. Вот такие мысли приходят ночью, дамы и господа.